Я стою на том месте, где город зарождался. Именно этот дом в далеком 1985 году стал первой многоэтажкой в Покачах. Сейчас улица называется Таежная, хотя в начале строительства тогда еще поселка Покачи никаких названий не было, только численные обозначения. И никто достоверно не знает, почему же именно так назвали этот участок. Ну, вот слово, наверное, тайга, таежная. Не знаю. Я 20 лет на старых прожила, 10 лет только тут живу. Ну, я даже не знаю, не могу ответить. Не знаю, честно, потому что таежный лес, может, поэтому я не знаю. Эта территория – часть городского сквера. Он, кстати, тоже называется Таежный. Построен нефтяниками Западной Сибири в рамках соглашения между правительством Югры и ПАО «Лукойл». Торжественно открыли в юбилейный для города год, к 20-летию. Деревья сакуры – украшение нашего сквера. Белорозовые лепестки зимой сменяются разноцветными фонариками. Здесь же и символ города, который есть и на его гербе – соболиная семейка. Сквер – излюбленное место отдыха горожан, причем гуляют здесь и летом, и зимой, несмотря на лютые морозы. Еще одно место притяжения – детская площадка, изготовлена по уникальному проекту. Говорят, таких в России можно по пальцам пересчитать. Во-вторых, беспесочная, что, конечно, удобно для родителей. Чистые ботиночки обеспечены. Не поверите, но в конце 90-х, в начале 2000-х здесь тоже постоянно толпились люди. Правда, причина была иная. На месте, где сейчас находится детский городок, раньше был местный рынок. Продавали буквально все, от шнурков для обуви до мяса. Местные жители его считали торговым центром под открытым небом. Продукты привозили самые вкусные и свежие. Во всяком случае, все в этом были уверены. Как тогда говорили покачевцы, лучше наше, чем импортное. Хотя от новомодных жевательных резинок и заграничного чая тоже не отказывались. Вот мы практически и подошли к въезду в город. В скором времени здесь появится высоченная 15-метровая стела. Пока здесь начальный этап работ, но через некоторое время каждый житель и гость Покачей сможет по достоинству оценить очередной подарок нефтяников муниципалитету. Он органично впишется в тот комплекс, замечательный, я считаю, комплекс, который построен для города, для его жителей с помощью нефтяной компании. Это будет визитная карточка города Покачи. Стела будет светиться разными цветами. Кстати, документацию и механизмы управления конструкцией разрабатывала английская фирма. А Югорский проектный институт взял на себя строительную часть. И, конечно же, вокруг факела сделают зону отдыха.